Суббота для ивановских пожарных оказалась неспокойной. В 11 часов 5 минут на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в одном из швейных цехов, расположенных на территории предприятия «КИП». К моменту приезда пожарных расчетов огонь бушевал на площади 600 квадратных метров. Тушение данного пожара осложнялось тем, что на первоначальном этапе о возникновении данного пожара было сообщено поздно. В связи с тем, что это был нерабочий день, поэтому рабочих на данном объекте не находилось, и пожар получил свое развитие в первоначальной стадии. Поэтому на момент прибытия первых пожарных подразделений пожар был открытым, то есть горение уже происходило на кровле данного здания. В связи с тем, что данное здание было старой постройки, его конструктивные особенности не позволяли производить личному составу тушение пожаров изнутри здания. Тушение производилось при помощи автолестниц и коленчатых подъемников, а также личным составом снаружи здания. Несмотря на то, что официально пожар был локализован в течение 40 минут, полностью очаги возгорания еще долгое время не удавалось ликвидировать. Долгое время на месте работала следственная бригада. Работники швейного цеха, как только было снято оцепление, принялись выносить оставшиеся в целости материалы, а город на полдня заволокло едким дымом. Причина и виновники возгорания сейчас устанавливаются.